Из большой массовки до финиша добрались 9 самых стойких ребят. Они первыми вписали свои имена в историю фигурного катания на Сахалине. Нас коньки фигур не сдружили, мы с тобой под музыку кружили, и казалось зрителям, что это сам Ромео и сама Джульетта. Ребятам тогда было 10-11 лет, сейчас они немного подросли. Теперь принимают напутствие от тренера Елены Серковской. Вы столько лет отдали фигурному катанию, закончили школу, и вас ожидает новая жизнь. Денис Сунагатов не сразу стал победителем зоны Сибири и Дальнего Востока. Для этого ему пришлось изрядно постараться. Повторять каждый элемент катания до автоматизма. Падал на твердый лед, но не сдавался. Одна из первых целей, которую я поставил в фигурном катании, это научиться делать фонарик, то есть вот так вот. Я где-то час провел, накручивая круги фонариком, и научился в итоге. Свою жизнь с фигурным катанием пока не связывает. Денис после школы решил влиться в ряды ученых, физиков и математиков. Впрочем, каким бы ни был его дальнейший путь, спорт даст силы. Спорт моделирует те ситуации, с которыми человек сталкивается в своей жизни, ситуация соперничества, ситуация того, что твой друг, оказывается, у тебя всегда выигрывает, а ты ему проигрываешь, а вы должны остаться друзьями. Ахемия, победительница и призерка областных и всероссийских первенств, с любимой стихией не расстанется. Девушке однажды на открытии зимних игр Дети Азии пришлось на стадионе кружить в 30-градусный мороз. Профессиональная спортсменка четко решила стать тренером, ведь поступает в Питерский университет физкультуры имени Лесгофта. Мне нравится работать с детьми. Это очень... Я воодушевляет. Они такие маленькие, и когда у них что-то получается, они очень радуются. То, чего не надо делать, как делала ты. Лениться. Всегда приходить на тренировку с ощущением того, что ты хочешь добиться большего. В добрый путь. Игорь Антипов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Конные скачки в эту субботу пройдут в селе Кировское Тымовского района. А в комплексе «Кристалл-2» состоится товарищеский матч-реванш по хоккею между командами «Старые барсуки» и «Черемушки Чурки». Новый тир Центра технических видов спорта проверят в деле участники чемпионата и первенства области по практической стрельбе из пневматического пистолета. В эти выходные в честь Дня Сивыча невельчане устроят регату в акватории южнее порта. Всем спортивных выходных!